Нашу программу завершают спортивные новости. Прыжки в высоту – один из самых ярких и зрелищных видов королевы спорта – легкой атлетики. Престижные соревнования в легкоатлетическом манеже «Олимпиец» собрали лучших юных кубанских прыгунов-высотников. 167 спортсменов из 12 муниципальных образований Краснодарского края, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Анапы, Горячего Ключа, Апшеронского, Абинского, Лабинского, Крымского, Павловского, Тимашевского и Славянского районов прибыли в наш город, чтобы принять участие в краевых соревнованиях по прыжкам в высоту памяти Виктора Федоровича Ольховнева. Эти соревнования уже стали традиционными и завоевали большой авторитет на Кубани. Их очень ценят как юные легкоатлеты, так и их тренеры. Тренер из Горячего Ключа, мастер спорта России международного класса Наталья Лебусова высоко оценивает уровень проведения этого турнира. Турнир очень важен, потому что он проводится именно по прыжкам в высоту, потому что это идет популяризация именно этого вида. Здесь мы, естественно, привозим детей разных возрастов. Мы можем привести детей с 7 лет. А у нас вообще с 9 лет так-то детки начинают. И мы можем здесь выполнить множество разрядов за один этот турнир. Огромное спасибо организаторам, что они поддерживают наш прыжок в высоту на высоком уровне. И здесь есть дети, которые среднего возраста, старшего возраста, которые тоже прыгают уже на очень высоком уровне. Это очень хороший старт в начале сезона для того, чтобы себя попробовать, смотивироваться и сделать дальнейшие планы по всему сезону. И спасибо огромное, что нас приглашают, мы с удовольствием сюда приезжаем. Прыжки в высоту, несмотря на легкость, с которой прыгуны взмывают над планкой, одни из самых технически сложных видов спорта. Нужны годы тренировок, чтобы добиться успеха. Юные спортсмены с радостью принимают участие в краевых соревнованиях. В Славянске на Кубани я уже не первый раз. Здесь хорошее место для проведения соревнований. Я занимаюсь легкой атлетикой уже второй год и очень люблю прыгать в высоту. Я очень надеюсь показать хорошие результаты, и я очень рада этому турниру. Мне нравится легкая атлетика, я ей занимаюсь уже 3 года. Мне нравится высота. Я готовился к турниру очень долго и хочу занять призовое место. По итогам соревнований славянец Андрей Котов стал победителем среди мальчиков 2011-2012 годов рождения. Всего же на счету славянских спортсменов различных возрастов 2 первых, 4 вторых и 3 третьих места. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, Константин Монастыренко. Программа «События».